Всем привет, друзья, мы братья Зиненко, это Игорь, художник и иллюстратор. Это Саша, писатель, сценарист и наш маркетинговый гуру продвижения. Мы здесь, потому что недавно, вы сказали, у нас состоялось важное событие. Скажем так, небольшая премьера. Да. Наш комикс будет издан в издательстве «Альпака». И, друзья, это хорошая новость. Это такой еще один шаг вперед в наших попытках рассказать историю, донести ее до вас. Дотянуться через экран. Это прекрасная возможность, потому что теперь он станет ближе к вам. Вы сможете зайти в свой магазин комиксов, в свой книжный и найти на полочке нас и наконец-то купить. Если нет, попросить, чтобы привезли. Наш комикс, или опять же, по предзаказу на самом сайте Альпаки можно. Да, предзаказ начинается уже с сегодняшнего дня, если я не ошибаюсь. И в марте, уже когда все комиксы отпечатаны, они придут к вам по почте. И это здорово, потому что многие говорили, что доставка много занимает затратная, и поэтому сейчас комикс может оказаться рядом с вами, уже в вашем магазине. Вы зайдете туда и скажете гордо: я хочу счастливых концов света. Так что у нашего уже самоиздатовского комикса появится братитенька, который будут ждать вас на полках или будут по предзаказу приезжать к вам. Еще одна фишка классная, то что это будет даже более чуть-чуть расширенная версия. В нем появятся еще 4 странички такие, да, которые помогут побольше узнать о мире и погрузиться в историю больше. Мы смотрели в интернете разные издательства, и мы остановились на Альпаке, потому что я честно посмотрел разных ребят, и мне понравился их подход, поэтому мы положились на них в качестве печати, в том, какой будет готовый комикс, и вместе с ними даже по выходным пытались вносить какие-то изменения, маленькие дополнения, чтобы новая версия была еще более интереснее, еще более привлекательной для вас. Спасибо ребятам, что согласились с нами запустить такой проект, потому что синглы, вот все говорят, синглы не идут, но вот издательство решилось, это для всех нас большой эксперимент, и если мы докажем, что этот эксперимент хороший, будет здорово. А что еще хотел бы сказать? Здорово, да. Что мы можем сказать, это то, что для нас это очередной этап. Мы, можно сказать, немножко эволюционируем. Трудно. Но не говорим лучше. И мы будем продолжать делать комикс дальше, уже идет и книгу. В пути второй выпуск, уже работаем над ним, появляются новые страницы на Boosty. Да, кто следит за нами, уже знают. Спасибо всем, кто поддерживает нас, друзья. Плюс у нас есть кое-какая идея, которая нам очень нравится, и мы хотим ее сделать. Да, это такой крутой шаг вперед в нашем повествовании из мира счастливых концов света. Это такой маленький спойлер. Очень скоро он появится, я надеюсь, скоро, если у нас получится. И поэтому включайте уведомления, следите. У нас есть Telegram, если вам трудно следить, ВКонтакте. Поэтому еще раз, друзья, мы поздравляем вас и в первую очередь, и нас во вторую очередь с тем, что комикс наконец появится на полках в России и в СНГ. Если в вашем магазине нет, скажите, привезите, пожалуйста. Как мы уже сказали, привезите или зайдите на сайт Альпаки и закажите и, да, он придет к вам любым удобным вам способом. И на этом, наверное, все сегодня. Пожелаем счастливых концов света. Только счастливых концов света, только в нашем исполнении. Пока.